Что толку копаться в своем прошлом? Так говорила мама. В детстве я стал свидетелем ожесточенной ссоры между бабушкой и дедушкой, причин которой никогда не мог понять. Наше прошлое всегда... Бабушка, смотри, что я нашел. ...настигает нас в будущем. Дай сюда. Чьи это письма? Такое чувство, что он знает. Что все знают. Посмотрите в камеру. Если ты когда-нибудь изменишь мне... Я готов умереть за тебя. Я застрелю сначала его. Потом тебя. И в конце себя. Красивые слова тебе доводилось переводить. Я люблю тебя.